А на 12 канале еще одна премьера. Это программа «Знамя Ермака». И мы в студии сейчас говорим «Доброе утро». Ее авторам это Наталья Рогалева и Василий Минин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Часто исторические программы выглядят как документальные фильмы. Вы решили уйти от этого формата. Почему? Ну, я бы не сказала, что мы совсем ушли от формата документального кино, потому что здесь есть все-таки свойственные для кино вот эти погружения в эпоху, истории, костюмы, время. Поэтому в этом отношении программа немножко документальна, немножко развлекательна и очень познавательна. Но программа все-таки с элементами игры. И вот в чем она заключается? Было три команды из разных учебных заведений, для которых мы подготовили разные этапы.